С вами Андрей, и вы на канале Music Time. Я рад приветствовать всех вас здесь. Концерт был великолепен. Мне очень все понравилось. Это шикарный концерт был. Ну, я не знаю, почему они, конечно, себя не разрекламировали прям таки вот, чтобы прям как Хёрдс выступать на сцене там 2-2 прям таки вот на большой сцене. 2-2 оказывается два зала, маленький и большой. Я только вчера об этом узнал. Черт возьми, как так? Они молодцы. Даже разогрев был неплохой. Я бы сказал, точнее, я бы оценил это на четверочку. Эндрю даже вышел за концертную площадку, чтобы потанцевать со своими фанатами. Ну, потом, правда, ушел обратно и пританцевал уже на сцене. Те самые моменты, когда к тебе подходит один из участников группы, это непередаваемые ощущения. Эта группа сейчас все еще в Питере, я так понимаю. Ну что ж, на этом все. До встречи.